Всем бодрого времени суток. Первое, что приходит на ум при упоминании часов Casio в большинстве случаев, их легендарная серия G-Shock. Поэтому предлагаю вам сегодня самую доступную и по совместительству одну из самых продаваемых моделей этой серии. Итак, перед нами модель G2920. Впервые данные часы появились, вы только представьте, в далеком уже 2002 году. И спустя столько времени не потеряли своей актуальности. Часы выполнены из полимерного пластика, как и большинство моделей данной серии. Стекло минеральное. Обратите внимание, как оно глубоко утоплено. Как вы уже, наверное, догадались, сделано это специально для того, чтобы оно не пострадало в результате падения, так как весь удар примет на себя корпус. Ну и поцарапать его при такой структуре гораздо сложнее. Дальше застежка. Стальная, классическая, тут все просто и надежно. Управление основными функциями происходит с помощью четырех основных кнопок, которые расположены по две с каждой стороны корпуса. Кнопка подсветки вынесена отдельно. Теперь давайте пройдемся по функционалу. В часах присутствует автоматическая подсветка. Активировав данную функцию, вам не придется каждый раз нажимать кнопку подсветки. Достаточно будет повернуть руку на 45 градусов, и она включится автоматически. Далее у нас идет записная книжка. Ну, это скорее привет из прошлого, но в принципе вы можете здесь хранить какие-то важные для вас данные. Часы имеют память на 40 записей, плюс есть возможность поставить пароль. Главное, не забудьте его. Следующая по порядку функция – мирового времени. Позволяет нам узнавать текущее время в основных городах по всему миру. Для любителей поспать в часах предусмотрено 5 независимых будильников, один из которых имеет функцию повтора, которая заставляет его 6 раз с интервалом в 5 минут повторить прозвучавший вовремя сигнал. Также имеется ежечасный сигнал, активировав который, часы по наступлению каждого нового часа будут издавать негромкий тоновый сигнал. Также в данной модели имеется таймер обратного отсчета, который можно настроить индивидуально согласно вашим запросам, в диапазоне интервала времени от 1 минуты до 24 часов. Секундомер часов способен непрерывно вести замеры промежутка времени продолжительностью до 24 часов с точностью измерения до 1/100 секунды. Текущее время на часах может быть отображено как в 12, так и в 24-часовом формате. Плюсуем сюда еще отображение текущего числа и дня недели. Естественно, информация выводится на английском языке. Напишите в комментариях, были ли у вас когда-нибудь часы фирмы Casio. Нам будет очень интересно узнать, много ли фанатов японской фирмы среди наших подписчиков. Помимо всего прочего, отдельно хотелось бы упомянуть о так называемой 10-летней батарее. Ведь благодаря своим разработкам компании Casio удалось добиться гораздо более низкого энергопотребления. Благодаря чему срок работы батарейки существенно увеличился. Добавляем ко всему вышеперечисленному стандартную G-Shock-овскую противоударность и прекрасную водозащиту в 20 атмосфер. И в итоге получаем неубиваемые прекрасные часы по очень приятной цене. На данный момент доступны три вариации данной модели. Комплектация немного отличается, нежели у большинства моделей серии G-Shock. В комплекте идет не жестяная, а картонная коробка, оригинальная инструкция и гарантийный талон на 2 года.